Всем привет! У нас сегодня пятница, и мы в гостях, Игорь Александрович. Здравствуйте. Привет от капитана всем. Да. Привет от руководителя. Скажи, Ваня. И привет от меня. А что это? Он растет. Наказала? Конечно. Вот такой у нас красивый стол, шикарный. Давно не видели. Приехали гости. Тюльпанчики. Ой, пойду вам покажу тюльпанчики. Бека, покажи нам тюльпанчики. Бека, покажи тюльпанчики. А где у тебя тут свет? Ой, вот у Ани какие тюльпанчики. Это вот с 1 февраля распустились. И вот до сих пор. Вот это смотри, какой красивый. Да, махровый прям. А представляешь, вот их на улицу посадить. Да. И тут малыши, у нее карандаши. А вот эти медовые прям пахнут медом. Да, вот. И вот беленькие какие красивые. О, у всех красота. Анечка будет на следующий год разводить тюльпаны. А Анечка будет заниматься, короче, бизнесом, да? Да. Не, ну хочу попробовать. Бизнес-леди. Хочу попробовать. Вот такая. Уже весной пахнет. Да. Весной, глядя на них. Красотень. Правда, они так распустились, да? Я первый раз так вижу, чтобы они так распускались. Ну, им тепло просто. Они разные сорта. Вот еще тоже симпатяшки. Вообще прям. Ну, они не будут сильно большие. Это вот именно вот к 8 марта. Вот, ну, да, они разных сортов, наверное. Да. Так что вот. Ну, что у нас? Суббота. Да, Павел? Павел пока первый завтракает. Я, как всегда, сегодня на работу не иду. Так у нас на своем боевом посту. Кашку варим. Овсяночку на завтрак. Омлет сделала. Паша уже пробует. Ну и сейчас чего у меня? Хлебушек вот такой у нас есть на завтрак. Семечками достать надо. Вот такой семечками хлебушек. Авокадо, рыбка. Сейчас позавтракаем. Лапшу приготовили. Слышу. Чайник кипит. Паш мне говорит, ты слышишь? Лапшу приготовили. Супчик будем варить. Пашкин любимый, да, Пашуль? Сашулька уже с утра почистил снег. Всю ночь идет снег. Погода, конечно, замечательная. Солнышко, ой, какое красивое. Надо со второго этажа снимать. А снег так и идет, так и идет. Сашуля уже почистил. Тоже сейчас будем завтракать. То мы позавтракали, выбрались в центр. Мальчики у нас пошли в Бургер Кинг. Уже проголодались. Мы с Катериной пошли в Зеркало, в торговый центр, в Перекресток. В общем, пошли по делам, по своим. Мы в спаре. Мужички у нас в Бургер Кинге. Народ, как всегда. Суббота. С Екатериной немножко затарились. Сейчас мужики за нами подъедут. Вот так начинаются наши выходные. Заехали вот такой магазинчик у нас есть, Алешин мясной центр. Это фермерский магазин. Здесь, ну сейчас не знаю, народу там много, наверное, снимать-то не получится. Но здесь очень разнообразный выбор продуктов. Вот такие прилавки. Огромный выбор мясной продукции. Полуфабрикаты. Вот такие цены на мясо у нас. Вот такое разнообразие. Фаршей, полуфабрикатов, котлеток. Серьезно, домой приехали. Затарились. Все деньги потратили, приехали домой. Паш, ты что, царь горы? Я тебе ушко прикрою. Ушко прикрою, сама прикрыла. Мэрь, твою дочь встретили, представляешь? Она-то вот гуляет, не привязанная, в отличие от тебя.
Почему ты не путевый, а дети у тебя нормальные, Мэрь? Не знаешь? Я тоже не знаю. На обед варим супчик наш любимый. Сейчас надо снять пеночку. С грудкой и домашней лапшой. А собачкам поставила варить сердце. Свиное сердце. Только еще поставила. Вот. Павлушка ждет, он уже у меня лежит. Пашуль, ждешь обед? Угу. Ну, сейчас буду тебя кормить. Пашулька уже сел обедать. Свой любимый суп. Компот из манго, малины и вишни. А это у него манго отварное. Ну, который в компоте варилось. Кусочки манго. Ну, конечно же, без телефона мы не могём обедать, да, Паш? С дедом уже натрескали с бургеров, пока мы с мамой гуляли в магазине. Картошки фри. Фоточку вставим мы вам, как он трескал. Дед с внуком собрались в баню. Мужики, так, давайте танцуем стриптиз. Оба. Паш, у тебя джингл бенс, а у деда ангел бенс. Ой, ой, ребрышки тоже спрятал бы, ё-моё. Ну иди уже, пошли, два мужика в баню пошли. Потом мы с девочками. Пришли из баньки, надо масочку сделать. Пашка у нас вон бастует что-то. Павел, что бастуем? Телефон ему. Ой. Ой, на весь мир поплачь. На весь мир, Паш. 7 лет Пашеньке скоро. Ой. Вот так у нас хорошо-то. 15 минут отдыха после бани. Вот я еще гуляю по ночной нашей местности. Пришли из бани. Нас друзья на шашлыки пригласили. Говорю, Саша, иди. Так, сейчас наверну. Вот, говорю, иди. Ну, его попросили там помочь. Иди, говорю. Жень сейчас. А Жень была сегодня в театральной студии. Сейчас говорю, Жень приедет. Я ее встречу. Приду. Тут недалеко прям дорогу перейти. Катюха не пошли. Говорит, не, мам, мы уж что-то сытые какие-то. Вот, а я еще тащусь в гости. Я бы, конечно, уж тоже не пошла. Уже тоже тут зразы делала с грибами. В соусе в белом. А что-то я их и не засняла. Ну ладно, муж их съели. Вот. И это не пошла бы. Сашка говорит, ну ты что, мы тебя ждем. Вот Евгению сейчас встретила. С автобуса она пришла. И допоздна прям, допоздна. В 7 утра ее отвозят 7:30. И в 8 мы ее забираем. Ну сегодня, сегодня она пораньше приехала с друзьями на автобусе. Вот. Иду еще, короче, на шашлыки. Ой, а пахнет шашлыками-то. Ой, мяском пахнет. Вот подхожу сейчас. Вон у них тут красота, как в сказке. Припорошенные туи. Ушли, что ли, мои-то уже в дом? Ну-ка, пойду гляну. Дым-то видно. Снег у нас навалил в этом году. Мам, не горюй. Не, чьи-то тени вижу. Сашулька! Ты ли это? А где у тебя мясо-то? Все готово. Меня ждете, да? А что ты раздуваешь тогда?
А, Сашуль? Тебе дожарим. Ты сегодня у нас главный этот, что ли? Шашлычник, да? Вон тюльпаны у Валентина стоят. Что, все в бане, что ли? Народ-то весь дома. Ладно, пошли мы есть дальше. Вот такая красота здесь тоже. На столе. Кто ест перед баней, Сашенька? А тут? О, о, шашлык. Ну тогда ешьте, что вы. Сашка у нас не ест, у нас насытый желудок. Ой, не ест, говорю, не моется. Ну что, у нас сегодня воскресная вылазка, семейная воскресная вылазка. Девочки, девочки, я без шарфа, девочки идут в кино, а мальчики, нет, девочки идут по делам, я забыла, а мальчики идут, куда мальчики идут? Секрет. Секрет. Мы потом вам расскажем, куда идут мальчики. Евгений просил ее не снимать. Здравствуй, Евгения. О, Евгения. Мама, хватит. О, у нас серьезная женщина теперь, Евгения. В общем, вот культурный центр. У нас Красная Горка. Где открыли. Ну, вы уже, кто меня давно смотрит, знают, что здесь открыли кинотеатр. Снег не прекращается. Завалило все. А мы идем культурно просвещаться. Все от меня убежали. Готовимся. Пашульки коньки выдали. Детка, а у тебя какие? Ну давайте, мальчики, пока. Пашуль, какой же фильм без попкорна? Катюш, Катюш, тебе что, жвачечку? Корову. Коровушку тебе купить, да? Или лягушечку? Попкорн. Девчонки с попкорном. Кать. Жень. Женя, вкусно. Жень, противная такая вообще стала. Раньше любил сниматься, а теперь отворачивается. Я так и знала. А я не снимаю. Я приду когда-нибудь. Давай, молодец!